I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. Всем привет, друзья! Сегодня мы едем в курорт Роза Хутор, в горы, так сказать. Не успели мы на электричку, которая 8:10 отправляется. Вот, пришлось сейчас взять на 9:23. Стоимость билета 270 рублей, причем детских тарифов нету. Чтобы время скоротать, пришли на, так сказать, смотровую площадку. Море здесь. Вид такой хороший. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Вы выходите направо с ЖД вокзала и бесплатные трансферы. Канатным дорогам, друзья. Сейчас другой подождем. Девушки, проходите вперед. Да, сейчас на другом поедем. Хорошо, а куда мы сейчас поедем? Конечно. Бесплатный автобус до центра курорта Роза Хутор. Канатным дорогам отправляется первый. Кто желает поехать, еще пару человек, проходите. Социальная дистанция, вся фигня. Да. Можете одевать этот гидрокостюм. Это детский. Все, друзья, мы приехали. Сейчас будем подниматься на смотровую площадку Роза Пик. Такой с ветерочком. Речка Мзынта, которая и у Адлера протекает. Здесь она более такая, да? Бурная. Автобус уходит в 14:30. Красиво. Выдали три карточки плюс карту. Температура Первый фуникулер пройден. И еще два раза надо, друзья, сейчас на канатной дороге заповедный лес вверх подниматься. Второй этап пройден. Здесь уже такой воздух посвежее. Прошло прям, да. А там что? А что там? Не знаю, тоннель какой-то. Пока народу там. Нам надо сначала наверх, да, а потом уже по времени. Такой прям воздух свежий, горный. Ой. А нам повезло. Едем втроем, смотри, короче. Это Полина сказал, вот бы нам втроем. И нам раз, так и втроем. Такая скорость. Набирается. А там, кстати, шестеро поехали, или семеро. Это ты, наверное, говорила. У меня всегда удача. Все, сейчас уже будем на смотровой площадке. Сейчас поднимемся и все. Последний прыжок. Да. Видите, как скорость набирает?
смысле? Я не купил билеты на обратку пешком. Ты чё? Ты? Чего? Вон по дороге пешком пойдем. Ты издеваешься? На выход. Свежий воздух, блин. Надо кофточки одевать. Какой вечер. Такой прям свежо. Мне муж Митику шлёт. Пусть все смотрят, как ты одеваешь кофту. Это очень опасно. Все, кофточки одели, потому что реально прохладно. Тут градусов 14, если не ошибаюсь. Пешком сейчас вон туда спускаешься. Цены, конечно, здесь конские. Но куда деваться? Там со страховкой качели-то. Для детей. Вот это масштаб. Сзади вот так будешь наклоняться. Нет, мне не кайфово. Боже. И вниз. И вниз. Не, классно. Мы очень удачно поднялись. Прямо пофоткались. Это надолго, кстати. Прямо, ты представляешь, подняться? Все, затянуло все. Вот прям чуть-чуть мы хоть увидели. Ну, а представляешь, как здесь в ясную прям погода красиво. Да и так красиво было, нормально. Уже спустились, где фуникулёр Олимпия начинается. Там тюбинг летом. Ну, конечно, это молодцы. А тут вообще снег. Снег зимой, снег, поля. Красота. Просторы. Вот ты меня так, будто я гору держу. Иди, иди. Стой, на месте стой. Нормально? Ладошку только примей. Повыше чуть-чуть. Вот. Примей. Здесь столовая. Сами такие. Ты можешь водить, если я не снимал. Вот 70. Пиво 200-300 рублей. Нам еще времени дофига, так что до ЖД вокзала пешком дойдем. Прогуляемся.
2,5 часа до отправления. Нашли сувенирную лавку. Блин, это вишенки. Я думал, птички. Фистоки. Набор для выращивания. Можно дома пальму вырастить. Сладкая ложка с травкой. Рыбакам посвящается. Щучка вверху какая, смотри. Ой, а это кто такая? Вот это осетрок. Осетрок маленький такой. Это вот он вроде вот такой, Леш. О! Что-то похоже. Вот такой. Ну все, друзья, мы покушали. Сейчас будем потихоньку к вокзалу пробираться, потому что через полтора часа поезд, не торопясь, вот по этой набережной вдоль речки. Сейчас пройдемся. Ветерочек такой продувает. На этом я с вами попрощаюсь. Подписывайтесь на канал. Вот такая прогулка у нас состоялась в Роза Хутор. Были здесь первый раз. Понравилось очень. Поднялись на такую высоту. На этом все. Сезон в Сочи заканчивается. Всем пока, до новых встреч.